отдаем ему весла, которые, оказывается, тоже ему принадлежат. Он их потерял. Может, он нас обманет, конечно. Дадим ему. Он их прицепит на лодку. Сейчас увидите. Лодка будет в два раза быстрее плавать. Нам это, в принципе, и надо. Дальше, следующим действием. Идем дальше. Вишня. Вот эту мышь, зовут ее ведмедь или медведь. Ведмедь, скорее всего. Мы ее не трогаем. Пока что не трогаем. Он нам потом понадобится. Еще один родственник. Рыба ловит яйцо. Уникально. Зачем ему рыба? Так. Он ловит рыбу. Мы ему дадим. Нам нужна его веревка. А ему нужен сачок. Дадим ему сачок. И заберем. Забрали? Да, забрали веревку, кусок веревки. Дальше идем. Снова не обращаю внимания на этого фиолетового чудика. Наверх. Вот здесь головоломка. Очень долго я думал, но в конечном итоге додумался. Берем кусок веревки, который мы взяли у рыбака, и ставим сюда. Нам сообщает, что мы сделали все правильно. Дальше выбираем кучу бревен. Снова правильно. И вуаля, мост. Можно перебежать. Звездочка. Вот здесь аккуратно. Не падайте. Главное не падать. Я сохранился на всякий случай. Что? Вот так. Арфа. Берем арфу сразу, пока мы здесь. Используем топор, чтобы место не занимал. Чудно. Оп, вот так вот. Вот здесь, вокруг этого замка, очень много звездочек. В основном мы их тут и соберем. Почти все звездочки. Кстати, игра, вот именно вот эта вот, была выпущена на множество платформах, в том числе, по-моему, на Sega Mega Drive даже есть, только с более лучшей графикой, он не заговорился, с более лучшей графикой и анимацией. Но почему-то мне все равно эта версия на Денди нравится больше всех. Даже на компе, по-моему, была эта игра. На старых платформах, на старых версиях ПК. Ну и про яйцо именно, про его приключения было очень-очень много игр различных, в основном квесты, аркады. Кстати, вот клешни, советую их взять. Помните, Лев просил о помощи. Это не клешни, даже плоскогубцы. Благодаря этим плоскогубцам мы ему и поможем. Мудила. Лучше эту звездочку сразу взять, чтобы потом не мучиться. Вот так вот. Здесь надо быть аккуратнее. Поначалу попадался монстр. Уходим. У нас нету того, что ему нужно. Так, арфу взяли. Эй, не падай. Кстати, еще одна звездочка. Вот так вот. Надо ее потом забрать. Не забыть. Так, арфу взяли. Идем дальше. Вот так вот. Блин, как же быстро я прохожу. В тот раз, когда я перед этим играл. Ну, давненько, на английском языке я до этого момента и не доходил за такое время.
Здесь дверь, в принципе, можно попытаться открыть. Но это двери его сестры, Дейзи, Дизи, которую похитили. Или Дейзи, он Дизи. Дейзи девочка, Дизи мальчик. Дверь закрыта, так как ее нет дома. Это ее подруга, которая нам сообщает, что ключей у нее нет. Ключи у хозяйки квартиры. Так. Взяли звездочку. Вот. Здесь. Наверх направо. Видим наверху деда. Можно к нему подходить, можно не подходить. Но он, если честно, ничего хорошего, ничего плохого не сделает. Да что ты будешь делать? Звездочка. Можно, конечно, с ним поговорить. Так, привет, дед. Ты как? Прекрасно. Ну и замечательно. Седое старое яйцо, наверное, самое умное среди этих яйцеголовых. Красота. Смотрите, шары, они для клоуна. Нужно нам отдать ему, но раз уж мы уже упали, сделаем два дела. Первым делом спасем жизнь этому терпиле, остановим его мучения. Все, он счастлив, улыбается и безгранично нам благодарен. А этот все еще спит. Плохо же не бьются персонажи. Так бы я ему вмазал. Так, клоун, клоун. Отдаем ему шары. Радости полные штаны. Ну и теперь на протяжении всего времени до конца игры он тупо так будет жонглировать. Ну и фиг с тобой. Возвращаемся. Клетку берем с собой. Понадобится.